Но есть такое ощущение, что грязный бомж находится, скорее всего, не очень хороший человек, и он нам не очень приятен. И наоборот, этот обаятельный красавчик потрясающий. Или того маньяка-убийцу, который был на 100% виноват, но на судебные процессы которого полно навалили женщины, потому что да ладно, он же пусечка. И к чему я это в контексте? Портреты и внешность хороших персонажей Дизона красивые, а негодяи нарочито уроды. Получается, что разработчики на определенном уровне подталкивают нас к этой мысли, что красиво, что и хорошо. И сейчас все творческие люди кивают этому утверждению, ведь любой эстетик весь собой правил не связано с моралью. Что если красиво уже значит правильно? Ну то есть вот красиво. Общепризнанный шедевр, потому что правильно. Итак, отвечая на вопрос в самом начале ролика. Правильно обрисовать перспективы и слово шефа. У нас есть только мораль.